просто первая серия. Мурманск, Магадан, федеральная трасса Р-504, Колыма. Движение в сторону реки Алдан. В этом фильме, в этой серии будут фото вставки. Ну, остановился сфотографировать окружающую природу. Не пропустите. Там 4 или 5 фотографий.
странная природа. Ладно, не удалось выполнить поиск, ввиду того, что интернета нет. Так, сзади летит пыльная буря. Поехали тут, потихоньку сфотографировали. Деревья, на самом деле, жуткая картина.
да, но конкурента. Так, да?
Так, подъезжаю к причалу паромной переправы. Здесь кучкуются автомобили, которые ждут команды погрузки на паром. Как видите, и большие грузы, и маленькие машинки. Вышел пообщаться с водителями, какой порядок погрузки, очередь или как получится. Ну, ответил, что работники парома будут давать команды на заезд на паром. Пообщался с водителями, долго стояли, наверное, около часа в общей сложности, может, больше. Вот, они интересовались моей машиной, кто я, что я, куда я, зачем, с какой целью. Ну, я ответил, что поездка любительская. Решил снять видео о трассе Колыма, посмотреть своими глазами на эту дорогу. Спросили, блогер я или нет. Я ответил, что не блогер, просто любительская съемка. Но это вызвало, конечно, у них удивление. Ведь впервые видим, вот, чтобы человек добровольно поехал на Колыму снять видео о дорогах. Ну а цель какая? Для того, чтобы разместить это видео в интернете, отвечал я, для тех, кто вдруг решится поехать в Магадан по трассе Колыма, и для которых незнакома эта дорога. Посмотреть на условия дорожного полотна, на инфраструктуру, чтобы рассчитать, где остановиться на ночевку, если с семьей ехать, чтобы не оказаться на трассе в непонятном месте. В общем, это вызвало удивление неподдельное. Впервые, говорит, такое видим. Хотя, говорит, давно уже назрело время снять видео о трассе Колыма, чтобы люди посмотрели и увидели, что это такое. Ну вот пока до переправы через реку Алдан. Кстати, вот это река Алдан. Вот я подходил на берег, смотрел. Ну, впечатляет. Впечатляют и размеры, и все остальное. Ну, вот местные жители говорят, что глубина в реке достигает более 10 метров. Переправа только на пароме, а в зимнее время, конец ноября, декабрь и до весны организована ледовая переправа, то есть автомобили двигаются по льду реки Алдан. Хорошая рыбалка, говорят, река, как говорят, золотая, золотоносная. В общем, я был под впечатлением этой реки во время переправы. Насколько это было возможно, снимал на камеру. Вот, тоже будет короткий ролик. Ну, там все однотипное. Ну, несколько минут посмотрите на переправу, съемка с парома. Заночевал
на другом берегу. Но это в следующей серии. А сейчас просто посмотрите. Так, ждем с